Знаковое для молодого города событие – строительство духовно-просветительского центра с храмом в честь покровителя Новополоцка святого архангела Михаила стартовало еще летом. Тогда и был заложен первый камень. Работа кипит и по сей день. Уже сейчас можно увидеть первые плоды строительства. Специалисты сегодня устанавливают монолитный ростверк. Вот каркасов устанавливаем, потом заливаем бетоном. Дальше идет установка ФБСов, блоков. Начало строительства в августе месяце было, конец строительства 2020 год. Согласно проекту, помещение храма рассчитано на 250 человек, одновременно присутствующих на богослужении. Над входом будет расположена звонница высотой 12,5 метров. Также планируется и благоустройство прилегающей территории. Здесь будет построена автостоянка на 11 машиномест, пешеходная аллея, включающая декоративное озеленение и освещение территории. В перспективе в духовно-просветительском центре планируют организовать все виды культурной церковной деятельности. Церковное пение, иконопись, изучение Библии. Расширятся и возможности воскресной школы для детей.